В интервью Гамми Инфермер генеральный директор BioArie Кейси Хадсон подтвердил намерение канадской студии со временем вернуться ко вселенной Mass Effect. Сейчас основная часть сотрудников компании трудится над Anthem, тогда как небольшая команда пытается понять, как должна выглядеть следующая часть Dragon Age. При этом Хадсон с большим энтузиазмом смотрит в будущее, намереваясь вернуться к своему главному творению. Что же насчет Mass Effect? Это мое дитя. Я помог этой вселенной зародиться. Без сомнений, когда-нибудь мы вернемся к ней. Кейси Хадсон, Anthem, 2019. Сотрудникам Гамми Информер удалось пообщаться и с исполнительным продюсером BioArie Майклом Гэмбелом, который работал над Mass Effect, Андромеда. Журналистам стало интересно, какой же урок извлекли разработчики из проекта, ставшего самым низкооцененным релизом в истории канадской компании. Мы должны быть внимательнее. Брать то, что у нас получается великолепно, и сосредотачиваться на этом. Мы посвятили много времени позиционированию Anthem. Anthem – это кооперация. Anthem о чем-то общем. Anthem об общении. Anthem о личном пространстве в большом мире. Вместо попытки взять масштаба, мы решили сосредоточиться на этих особенностях. Майкл Гэмбл Anthem выходит 22 февраля 2019 года на PS4, Xbox One и RS. Ролевому боевику канадских разработчиков предстоит конкурировать с новой игрой от авторов Siphon Filter, Days Gone.